Так, прямое включение из страны края ветров, сырых ветров и тумана. Бедная собака сейчас потерпит. У нас благородная миссия сегодня. Мы будем подкармливать немножко зайчиков. И вам советую делать то же самое, если вы знаете, что в вашей округе где-то дикие звери подходят к населенным пунктам. У нас тут ходят зайцы и фазаны сейчас. И даже буквально за городом, вот тут 100 метров от города. Очистки от морковки я собираю в кучу и как бы ложу в одном каком-нибудь месте, в таких вот местах, где кустарники, где от ветра защищено. Вот так вот, вот. Я принес очисточек подкормить зайцев наших. Советую делать то же самое. Все, на этом ставим лайки, подписывайтесь.